Точная диагностика и профилактика считаются приоритетными направлениями в мире медицины, в том числе и эстетической. Пожалуй, главной сенсацией последних лет считается генетический тест, который исследует индивидуальные особенности кожи, самого большого органа человека. Каждый человек, который кто заботится о своей красоте и здоровье, мы рекомендуем пройти генетический тест по косметологии. Мы исследуем более 100 генетических маркеров на различные состояния, которые позволяют нам максимально точно определить состояние кожи и назначить персонализированную программу для пациентов. То есть мы изучаем такие группы изменений, как состояние рогового слоя, его формирование, увлажнение, процессы биостарения, это синтез и деградация коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Смотрим воспалительные маркеры, также проверяем метаболизм витаминов. И все эти изменения, которые мы видим, вот эти особенности у каждого пациента, наш доктор может составить персонализированную программу, которая позволяет прицельно сформировать план лечения. У каждой процедуры есть свои показания. Просто генетический тест нам дает возможность предугадать, будут ли побочные действия после этих процедур, будет ли воспаление длительное, либо будет пигментация после процедуры. В отличие от анализов, которые могут меняться в зависимости от возраста и состояния организма, генетический тест неизменен. Поэтому диагностировать наследственные факторы, которые влияют на кожу, достаточно только один раз в жизни. Это процедура, которая проводится один раз в жизни, и по результатам этого теста у вас будет определенная памятка к действиям на всю жизнь. Тест этот проводится очень быстро, то есть врач берет ДНК-материал с внутренней поверхности щеки ватной палочкой и отправляется в лабораторию вместе с анкетой, которую заполнил пациент. Подготовка к этой процедуре особенная не нужна, единственная необходима. До процедуры за 30 минут не есть, не пить, не курить, не целоваться и не жевать жвачку. Одно из главных преимуществ генетического теста кожи – это возможность эффективно организовать мероприятия, связанные с увлажнением, омоложением, лифтингом, научно доказать, показаны или нет инъекции и пилинги, радиоволновая и лазерная терапия, а также хирургическое вмешательство. В идеале это поможет избежать лишних трат, не говоря уже о возможности сохранить здоровье. Thank you.